Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Оксана Калетник. Вітаю вас, пані Оксано. Добре. Пані Оксано, непроста ситуація в країні. Мітинги продовжуються. Як ми бачимо, адміністративні будівлі, деякі з них захоплені. В західних регіонах ми бачимо, що люди страйкують. Всі чекають повернення президента України Віктора Януковича з Китаю. От на вашу думку, чи сядуть за стіл переговорів представники опозиції і влади вже після того, як глава держави буде в Україні? Ну, давайте прежде всего поговорим о той ситуации, которая сегодня происходит, и что действительно является основой всех этих беспорядков, которые мы сегодня наблюдаем. Потому что действительно мотивы людей, которые сегодня присутствуют на Майдане, абсолютно разные. Абсолютно разные. В отличие от Майдана 2004 года, когда общество было идеологически готово к тому, чтобы и требования звучали следующим образом. То есть хотелось других ценностей, кроме тех, которые демонстрировались, порядков и подходов абсолютно в любой жизнедеятельности общества. То есть хотелось свободы права, действительно, чтобы правосудие было справедливым, хотелось, чтобы бизнес имел возможность действовать по правилам закона, не было это, знаете, исключительно, то есть для одних одни порядки, для других другие. В тот момент, казалось бы, скоординированы были действия, народ чего-то требовал, силы, которые выступили тогда, скажем так, которые способны были взять на себя ответственность и принимать решения, вроде бы как внешне эти решения были приняты. Но было ли это выполнено? Нет. Абсолютно все обещания, которые звучали тогда с трибун Майдана, абсолютно были не выполнены. И мы в течение следующих периодов наблюдаем опять людей, которые бы, казалось бы, присутствовали на Майдане того периода. Сегодня они опять заявляют о том, что, знаете, давайте что-то делать, потому что это уже невозможно терпеть и все остальное. Но, на мой взгляд, что действительно в течение 22 лет независимости нашего государства системных изменений не было. Все шло как бы реально по накатанной, то есть таких основательных изменений, в результате чего мы действительно страна прошла серьезные испытания и различными кризисами. Сегодня весь мир находится на этапе экономической стагнации, не только у нас такая ситуация. И вот в рамках того, что существует экономический спад в самой стране, есть бюджетный кризис, есть ситуация, когда, то есть каждый почувствовал это на своей шкуре. И внутри самой власти действительно существует такое вот, ну, как бы ярко выраженное недовольство всеми этими процессами, что происходит в связи с этим. То есть есть попытка, вместо того, чтобы каждый на своем месте оценил, а что же делал не так для того, чтобы действительно страна пришла к изменениям, процветаниям и так далее. Этот вопрос, мне кажется, сегодня существенно звучит абсолютно каждому представителю этой державы, независимо от того, какую позицию он занимает. Вместо этого сегодня идет попытка найти виноватого. Майдан в этой попытке, то есть так же, как многие политические силы, в том числе и те, которые, то есть сегодня нету единства в той же провластной фракции, то есть есть попытка вешать эту вину, как обычно, на кого? То есть виноват, как правило, виноват, да, то есть виноват лидер. Знаете, это какая-то такая, мне кажется, достаточно нечестная для каждого позиция, потому что каждый на своем месте внес лепту того, чтобы сегодня мы не имели реального консенсуса в державе. То есть сегодня действительно государство требует общественного договора для того, чтобы понять, какие ценности для нас являются базовыми, и не просто так, чтобы заявить их очередной раз трибун, а для того, чтобы их взять на вооружение и выполнять, и быть в соответствии с этими ценностями, а не казаться. Відносно винних. Ми пам'ятаємо виступ Петра Симоненка перед тим, як Верховна Рада голосувала за відставку уряду. Він прямо назвав, що уряд треба відправляти відставку, але сказав, що рішення має бути іншим, інша редакція постанови. Давайте, тобто вот этих... так само ви їх назвали в цій ситуації. Давайте так, вот в этих емоціях ми, в общем-то, опять же, обращаем внимание только на то, что болит, и не следим за
ситуации, что происходит, мы не анализируем. И вот это и есть наши проблемы. Более того, в отсутствие этого анализа еще, в общем-то, достаточное количество нашего сообщества делает шаги и попытки побежать, пожаловаться куда-то. Да? То есть пожаловаться международной общественности, призвать на помощь, потому что в своей семье сесть и договориться не можем, не можем выработать единую позицию. Знаете, мне даже это напоминает вот некие такие вот нормы современного мира, когда в семье есть определенные, скажем так, диалог, конфликты и так далее, да, то есть, ну, есть позиция ювенальной юстиции, и которая пытается, в общем-то, который пытается привлечь в пользу тех или иных интересов. То есть я вижу, что есть определенная манипуляция. А относительно последовательности наших, в общем-то, шагов, имеется в виду самой фракции, то, во-первых, анализируя все, собственно говоря, договоренности и итоги и все, что мог принести договор о евроассоциации, наша фракция, мы делали это отнюдь не только с точки зрения политических моментов анализа этого договора. Мы анализировали абсолютно все аспекты, в том числе экономические аспекты, идеологические аспекты, мировоззренческий аспект этого договора. Мы говорили об этом, о том, что, в общем-то, на самом деле, накладывая его на текущую ситуацию в стране, подписывать договор в таком виде нельзя. Это первое. Второе. Возвращаясь еще несколькими шагами назад, мы говорили о том, что это серьезный судьбоносный выбор для державы. И сегодня для тех политических сил, которые хотят просто манипулировать людьми, привлекая их на сторону своей идеи или на сторону, толкая их в противоположную сторону, важно было бы наоборот вооружить общественность пониманием внешней ситуации мировой, да, то есть пониманием, что несет в себе договор, что несут те или иные отношения, и после этого действительно объявить референдум. Uh-huh. До каких пор мы будем, по большому счету, считать свой собственный народ баранами, которые каждый раз пытаемся, разные политические силы пытаются, собственно говоря, привлечь как массовку на сторону там, своего решения. Пока это не прекратится, мы будем видеть назревающие конфликты. Был разговор о референдуме. Помог бы он, собственно говоря, если бы относились к этому не просто как галочки, а действительно как к ответственной позиции каждого политика, где нужно познакомить людей с теми угрозами, рисками и возможностями, которые несет каждое решение. И только после этого общественным договором принимать решение. Это первое. Второе. О последовательности наших шагов опять же говорит ситуация взвешенности относительно тех или иных государственных решений, коим причастен Верховный Совет и каждая политическая сила в нем. Принимая решение за голосование за Азарова как премьер-министра, мы выслушали отсутствие всякой позиции оппозиции, которая не предлагала ни альтернативных решений с точки зрения формирования этого кабинета министров, ни с точки зрения, собственно говоря, альтернативных шагов решений, ситуаций, связанных с экономикой государства, программных решений, всего этого не было. И понимали, что в отсутствие такого деструктива необходимо сохранить действующее правительство для того, чтобы оно по сроку действия довело возможность или отсутствие таковой достигнуть те результаты, о которых заявлялось. Более того, мы подчеркивали, что на самом деле важно сегодня контролировать каждый шаг этого правительства. Это было так вот год назад. После того, когда этот срок истек, и на поверку было видно полное отсутствие взятых на себя обязательств и невозможности со стороны кабинета министров заявлять позицию, что нам мешали, потому что времени не дали, или нам предшественники помешали этому, в этот момент нашим лидерам было заявлено о том, что мы за отставку действующего правительства, как такового, которое не справилось со взятыми на себя обязательствами. И в этот момент оппозиция предлагает решение, предлагает законопроект, по которому голосование за отставку разворачивается совершенно в другую плоскость. В какую? Уволить правительство исключительно за то, что на самом деле они не подписали закон о евроассоциации, о котором наша политическая сила говорила, что вообще не стоит говорить об этом подписании в таком виде на сегодняшний момент. Поэтому голосовать, по большому счету, голосовать за такой лейтмотив отставки
Это было на самом деле даже, как бы, ну, вы знаете, просто политическим, мне кажется, каким-то, ну, несуразицей. С точки зрения тех всех заявлений и той политической позиции, которую занимает сегодня фракция. Пані Оксано, а чому до засідання пленарного вівторок ви не підготували цей проект рішення через комітет, не провели? Тобто би був шанс проголосувати більшою кількістю голосів, тому що ми почули позицію від лідера Батьківщини, що будь-який варіант для них є прийнятним. Ну, давайте на самом деле, сьогодні дійсно невежество. А невежество – это отсутствие знаний и желания вообще вникать в матчасть всех процессов, о чем свидетельствует там каждое заявление. Я вот анализировала заявление господина Яценюка, который, в общем-то, на брифинге, ему сказали, что вы специально, наверное, способствуете тому, чтобы открывалась сессия, и Рыбак объявлял об открытии для того, чтобы термин 30 дней не прошел, и, в общем-то, автоматически не наступила процедура перевыборов. На что он сказал, к удивлению для меня, ой, хорошо, что вы мне об этом сказали. Вы понимаете, какая степень сегодня неподготовленности и анализа действительно реальных базовых документов, процедурных и так далее, в самой оппозиции и в тех людях, которые сегодня собрались в Верховном Совете. То есть, говоря о всех шагах, которые предпринимает наша политическая сила, мы делаем их абсолютно без эмоций, с четким анализом того, что происходит, и действительно отдавая отчет и разделяя ответственность за все те решения, которые сегодня должен принимать каждый политик для того, чтобы не довести родную страну до ситуации катастрофы. Поэтому мы в соответствии и с процедурными вещами, и с действительно учетом нашей позиции подготовили такое решение. Если вы имели возможность наблюдать за тем, собственно говоря, что происходило в Верховном Совете в момент голосования и принятия решения оппозиции, во-первых, оппозиция достаточно непоследовательно ведет себя, они сегодня ведут себя достаточно, знаете, ультимативно. То есть для того, чтобы возможен был какой-либо договор, и оговаривались какие-то решения, принимались какие-то компромиссные мнения и так далее, должен быть другой формат делового сотрудничества. Сегодня такой формат отсутствует. И лидеры оппозиции действуют импульсивно. То есть то, что готовы они что-то поддерживать, не готовы, это было исключительно их импульсивное, собственно говоря, решение. Мы в соответствии с процедурой подготовили свой законопроект. Более того, мы заявляли до всех этих событий, которые сегодня, в общем-то, мы наблюдаем, об отставке правительства. Почему в тот момент нас не поддержал никто? Ну и по большому счету, давайте посчитаем, то есть даже голосование, которое осуществилось, хотя Яценюк мог остановиться и сказать, зная, опять же, регламент, он бы мог остановиться, не голосовать, собственно говоря, за свое предложение. Когда бы и не было бы, если бы эмоций в сессионном зале, то, наверное, бы проступило бы наружу понимание и желание слышать друг друга. Хватило бы времени обсудить и услышать позицию других. И вот в такой бы ситуации, наверное, можно было бы грамотно и взвешенно принять решение, что да, есть альтернативное мнение. И я думаю, что Яценюк уже тоже не юный политик. Достаточно много уже существует в этой системе. И хорошо понимал, что политическая сила, которая действительно имеет идеологическую убежденность, вряд ли может, скажем так, по-другому среагировать на попытку, да, то есть сдвинуть нашу идеологическую основу предложением голосовать исключительно за отставку по мотивам не подписания договора о Евросоюзе. То есть я вообще по большому счету считаю, что это была определенная провокация, специально задуманная для того, чтобы очередной раз, во-первых, сказать с хорошей трибуны о том, что давайте якобы это делать, желания это делать вообще по большому счету нет, ну еще, собственно говоря, действительно попытаться политических оппонентов обвинить путем манипуляций
вот в тех или иных, скажем так, отсутствии каких-то действительно конструктивных решений. Давайте на завершення спробуємо спрогнозувати, що може бути, тому що є декілька варіантів розвитку подій. От люди вийшли на Майдан, очевидно, що вони проявляють свою громадянську позицію. Вони не підуть додому, є багато людей, які готові відзначати Новий рік і свята. З іншого боку, знаємо, що очевидно, що референдуму також не відбудеться, так? Бо є рішення ЦВК. Давайте прежде всего, договоренности должны быть действительно с трезвой головой в отсутствии любых эмоций. Если мы сейчас этого не сделаем, и более того, будем усугублять ситуацию привлечения международных любых, скажем так, на любом уровне внимания к тому, что у нас происходит, мы хотели отсутствие визового режима в передвижении, мы можем его очень быстро получить. Потому что на самом деле эта страна может стать не одной, а несколькими. И такая угроза есть. И мое убеждение в этом однозначно существует. Когда я 2 дня назад была на инвестиционном саммите Tiger Conference, на котором на платформе присутствовали представители международной общественности, был посол США, был пан Табинский, и когда обсуждался геополитический вопрос, на этой панели прозвучала мысль о том, что Украина потому такая несчастливая, что сильно большая страна. Вы знаете, меня насторожило такое мнение. Я считаю, что по большому счету, действительно, если мы хотим чему-то учиться в этом мире, то есть мы должны отказаться от мысли, что придет там Ганс или Иван, или еще кто-то и решит за нас наши проблемы. Сегодня мы должны по большому счету консолидироваться внутри, действительно услышать, что явилось проблемой и такой внутренней агрессией каждой из сторон, которая сегодня выражает свою тем или иным способом несогласие с существующим положением. Действительно, мы сегодня все стороны должны не пытаться валить проблему на кого-то конкретно одного, а понять, какой вклад в эту проблему внесла каждая сторона. Я не исключаю из этих сторон ни саму власть, которая сегодня, скажем так, многолика, и, собственно говоря, количество вассалов вокруг президента, которые по большому счету тоже сегодня, извините, демонстрируют просто разобщенность, и некоторые из них просто действительно поведение крыс на корабле. Поэтому будем верить, что вас почует. Дякую. Ну и, в общем-то, действительно, и сам народ, и бизнес-активная часть должны, собственно говоря, прежде всего сопутствовать тому, чтобы наша страна осталась единой и нашла способ продвижения вперед и решения конфликта. Для нас сегодняшняя ситуация – это экзамен. Дякую вам за розмову. Бажаємо, ну, дійсно, щоб наші лідери були мудрими і шукали дійсно компроміс. Спасибі вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Оксаною Калетник. Залишайтеся з нами. До побачення.